Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня разбираем узор для мужского жилета вот этого, или вот этого, не знаю, куда-то я ставлю фотографию. Его я возьму за основу, то есть, девчонки, вяжем мужской жилет, кому надо, в комментариях размер, чтобы я сделала расчеты на нужные вам размеры. Вот, поэтому пишите, пожалуйста, какой кому нужен размер, если будете вязать. Ну, если не будете вязать, то не будете вязать. Вот, почему я выбрала этот узор? Потому что он ближе к классике, и я считаю, узор вы можете заменить, если вам не понравится, либо использовать этот. Значит, в основе узора лежит у нас, вот смотрите, резинка 4×2, 2 изнаночных, 4 лицевые, вот, и коса из 4 петель. Из этих 4 петель мы делаем 2 раза переброс, при том мы делаем это в шахматном порядке, да, вот видите, в шахматном порядке мы это делаем, то есть через раз, один раз мы сделали здесь, второй раз на этих, на которых не делали перед этим. Итак, перебросы я объясняю, потому что тут показывать по сути нечего. Я вам покажу саму косу, как я перебрасываю, ну тут тоже это для новичков. То есть если взять вот так вот, вы набираете количество петель, которое я вам укажу, оно должно быть кратно 6 плюс 2 петли еще для завершения вот здесь вот. Вот, и разбиваете на резинку 4×2, начиная с 2 изнаночных. Вот, провязываете 6 рядов и начинаете делать переброс. Вот, в каждом втором, как бы, в каждой второй полосе. Далее, это в лицевом ряду, далее еще вяжете 3 ряда. И в четвертом делаете еще один переброс. Потом после этого ряда лицевого с перебросами вы вяжете 7 рядов, потому что у вас еще один изнаночный ряд, и делаете следующие перебросы уже в тех полосках, в которых вы не делали перед этим. Сейчас вам просто покажу, как делать эти перебросы. Я думаю, что все понятно, девчонки, не надо показывать там лицевую, изнаночную. Я считаю, что тот, кто... Я думаю, что тот, кто решится вязать мужской жилет, с узором разберется. Итак, перебросы. Я ввожу сзади спицу в третью и четвертую петлю. Снимаю все 4, одеваю на спицы вторую и первую. Далее переношу эти третью и четвертую, тоже одевая на левую спицу. И теперь уже все 4 петли я провязываю длинной спицей. Вот, следующую полосу я не провязываю. Здесь видно, вот, здесь делали, здесь не провязывали. Через одну, вот здесь вот тоже мы делаем этот переброс. В следующей полосе не делаем. И следующий через одну делаем. Вот и все, девчонки, весь узор. Теперь вяжем 3 ряда, изнаночный, лицевой, изнаночный, и в четвертом лицевом ряду мы делаем снова вот таким вот образом, в том же как бы ряду, в котором мы делали. То есть у нас здесь же делаем, да, чтобы у нас получилось, видите, 2 раза переброс. И далее вяжем 7 рядов без изменений. И снова. Так, снова, снова, снова. Вот, вот, вот он такой вот узорчик. Да, пряжа пехорка ангорская теплая в 2 сложения. Я думаю, без труда вы ее купите. Метраж там 480 в 100 граммах, то есть в 2 сложения это... 240 в 100 граммах, если менять на другую, вот, чтобы попасть в размер. Ну, в общем, девчонки, пишем, кому какой размер нужно. Узоры, я думаю, если хотите другой узор, вы тоже пишите. Я попытаюсь чего-то подобрать и еще выложу узоры. Вот, и начну вязать и в два видео, в два как бы сложения, чтобы в 2 захода, я думаю, разделю на 2 видео. Я вам эту жилеточку покажу, потому что что-то мы обижаем наших мужчин. Вот.
Ну все, все остальное будет видео про жилет. Сейчас как бы анонс и узор, а вы уже пишите пожелания под видео. Узор, размер, все пишите. Все, всем пока.